Состязания по национальным видам конного спорта прошли в области Абай. Приурочили их к 125-летию Мухтара Ауэзова. Участники боролись в дисциплинах топ-байге, жорга и аламан. В забеге на различные дистанции участвовали полсотни наездников. Самыми быстрыми оказались скакуны из Туркестанской, Карагандинской и Абайской областей. Победитель уехал на новом автомобиле. Все наездники с большим желанием приняли участие в казахских национальных играх. Ведь главная цель – это популяризация древних обычаев. Пусть конный спорт развивается, а память о Мухтаре Ауэзове будет вечной.